Монета 3 копейки, 1928 года выпуска. На реверсе прописан номинал монеты, крупная цифра 3. Под ней обозначение денежной единицы. Надпись горизонтальной строкой «Копейки». Ниже указан год чеканки монеты, дата 1928. Под ней круглая точка, отцентрованная к дате. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, скрещенные внизу под точкой. Стебли колосьев имеют продолжение и, проходя вверх по бокам вдоль канта, соединяются над цифрой 3. Стебли имеют 7 участков, состоящих из двух точек или узелков на стебельном ободке колосьев. Бывают различные формы и размеров, с различным месторасположением на стебельном ободке, часто являются необходимым отличительным признаком при определении подлинности монеты. На аверсе в центре полуокружности, не замкнутый внизу, герб СССР образца 1923 года с 6 витками ленты на колосьях пшеницы. Витки ленты символизируют языки русский, украинский, белорусский, армянский, грузинский и тюркско-татарский. 4 союзных республик – РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, образовавших в декабре 1922 года Союз Советских Социалистических Республик. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца и планеты, размеченной параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символизирующий союз рабочего класса и крестьянства. Над ними пятиконечная звезда. Вокруг герба вдоль канта размещен лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Восклицательный знак. Под гербом прописана аббревиатура государства, надпись «СССР» с точками после каждой буквы. Гурт монеты рубчатый. Монеты изготовлены из алюминиевой бронзы марки БР-А5. Сплав 95% меди и 5% алюминия. Вес монеты 3 грамма. Диаметр 22 миллиметра. Толщина 1,3 миллиметра. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе. Тиражом 53 миллиона 895 тысяч 112 штук. Средняя цена монеты 200 рублей. Конкретно эта монета куплена за 70 рублей.